Угрозу затопления Атырауской области обсудили в правительстве. Особенно это касается населенных пунктов Индербор и Махамбет, где уровень воды в реке Урал уже превысил опасную отметку. Поэтому задействованным службам необходимо продолжить проведение противопаводковых работ, а эвакопункты должны быть готовы к приему людей в любое время суток, отметил премьер-министр Олжас Бектенов. Министерство по водным ресурсам и акимату Атырауской области обеспечить постоянный мониторинг за уровнем воды в реке Урал. Кроме того, в Актюбинской области два населенных пункта до сих пор находятся без транспортного сообщения. Нужно четко контролировать наличие в них продуктов и медикаментов. Имеются населенные пункты без электричества. Надо ускорять ремонтные работы. Что касается других пострадавших регионов, то там глава Кабмина поручил акиматам активизировать оценочные и проектировочные работы. Кроме того, государство продолжает возмещать ущерб казахстанцам. В свою очередь, Канат Бузумбаев отметил, что единовременную выплату в размере 100 МРП уже получили свыше 20 тысяч семей на общую сумму 7,5 миллиардов тенге. Еще 700 семей получили материальную помощь в размере 362 миллионов тенге. Также начались работы по восстановлению жилья. Для этих целей более 500 семьям выделено 710 миллионов тенге. Все мероприятия по возмещению ущерба, в том числе восстановлению домов и инфраструктуры, должны быть реализованы в установленные сроки. Мы должны максимально быстро вернуть пострадавших людей к нормальной жизни.